Ну что, привет, ктаны, с вами Некоджи. Продолжаем заниматься заданиями мира. То есть, мировыми заданиями, я бы их скорее бы назвал заданиями локаций. Да, изначально я это задание на карте не видел, возможно, не замечал, а возможно, прежде чем оно открылось, вам нужно будет пройти мировое задание, которое стартует вот в этой точке, рядом с этой точкой телепортации. После того, как вы его пройдете, возможно, будет доступно это. Если вдруг вы его не будете видеть на карте. Честно, просто не помню, было оно или нет. Спускаемся вниз, и мы с вами его начнем. Прохождение этого задания, естественно, необходимо для того, чтобы собрать все пирокулы, которые есть в игре, а также для сбора некоторых ресурсов возвышения персонажей. Говорим с вопросиками. Так, поговорили с вопросиками и теперь двигаемся дальше. Нас уже встречают. Повесть о мечтах, вырванных из огня. Что ж, тут была какая-то... Наверное, просто от моба остался остаток. О! Я наконец-то собрал первую мяту в Натлане. Вау. Так. Я думаю, просто так я это не сломаю, да? Ну-ка. А вот она сломала. Ладно. Погнали дальше. Опять лава. А-а-а, горю. Не сгорел. Уже хорошо, что не сгорел. Но если честно, очень странно, что этого не дали. Питомца. Ладно, опускаемся ниже. Немножко аккуратненько это делаем. Чтобы меньше раз сюда возвращаться. Ибо упадем в лаву и все. Трындыц. Кстати, у меня хиллер есть. Она из стенки опять выходит. Лава. Да. Так. Так. Ну вот, конечно, у нас пирокуль. Там еще сундук есть. Так, эти ресы неизвестно кому нужны будут. Так что оставлю. Скорее всего, еще на возвышение кого-то. Пепельник какой-то, небось, еще одна местная диковинка. Многовато их на одно подземелье. Ладно, дуем дальше. Так, превращаемся вот в это чучело и бульдыщ. Все. Сломали, открыли или нет еще? Мне кажется, все. Ну, не до конца, но все-таки открылись. А
там у нас новая точка телепортации. Идем собирать. Активируем еще одну точку телепортации. У нас еще одни хот-спринги появились. Одни мы уже открыли вот здесь. Теперь открыли еще одни горячие источники. Что ж. Идем дальше. Что, тут только ребенок есть? Найс турели. Упс, 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 упс. Так, мне нужен взрослый батяня. Так, какого? Ладно, живем. Ты ж пингвин. Или ты видели большого тут? Или мне все-таки из предыдущей локи надо будет вытаскивать его? Такс. Теперь нужно отключить этих двух засранцев. Но для этого мне нужно сначала Биг Боя найти, которого вселиться. Тикс. И что это такое тогда? Духовная дверь. Чтобы открыть, отыщи три символа открытия. Один какой-то нашел. Текс. Ладно. А где дроп с него? Текс. Боник. Минус одна турель. Минус вторая турель. Ик. И вот нам его подписали. Все? Ля-ля-ля. Откроем себе летающие острова. Мы здесь закончили. Берем опять эту бульбазавра где-нибудь. А, нет, 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 вылазь, вылазь. Вселяемся и запрыгиваем.
мы прошли одну часть этого задания. Вселяемся в Бульбика и погнали вверх. В общем, два пирокола у меня уже собраны без основного маршрута. Ну ладно, хотя бы под запись. Так, зачем отправляйтесь к следующему парящему острову? А почему ты летать не умеешь, а? Где твои крылья? Те, кто жаждет заполучить пламя, должны отправиться к монументу, где заключены что-то там. Ну да. Ну а что значит не смотрю в потолок? А если бы нос задирал бы, как важная птица, я бы увидел бы этот окулус. Хотите добыть огонь, отправляйтесь на парящий остров в центре моря. Ну что, приступить к испытанию. Превращаемся в бульбозавра. Мне кажется, ту точку надо было атаковать, не? Не, хотя, может быть, не обязательно. Ой, затопило. Задание выполнено. Не все сокровища, золото и серебро. Папуга, тебе нормально? Под водой там стоял. Так. Все, с тобой уже поговорить ни о чем нельзя. Ну, в принципе,
Нормально. Теперь у нас есть точка под водой. Воздушная, правда, ну ладно. Ну, вот как-то так. Я знаю, что в подземной части есть еще маленький кусочек, который можно будет открыть со временем, но я его покажу уже в маршруте сбора, где вот тут, вот этих вот морских перьев. Да? То есть вот здесь можно еще комнатку одну открыть, вроде бы тут. Ну, в общем, да. Что ж, катаны, спасибо за просмотр. Не теряйтесь в Натлане. Мы еще с вами услышимся. Пока.